Аллигаторы – это род, включающий в себя всего два вида – миссисипский аллигатор, который обитает в Америке, и китайский аллигатор, который обитает в бассейне реки Янцзы в Китае. И это очень редкий вид, потому что в природе их осталось всего около 200 особей. Крокодил Гена, интересно, аллигатор или же все-таки крокодил? А вы знаете, чем отличается аллигатор от крокодила? От других представителей отряда аллигаторы отличаются глазами. У них они расположены в верхней части головы, повыше. Ну и, конечно же, строением зубов и более широкой мордой. Это получается крокодил острый, а аллигатор тупой? Чего не скажешь о Гене, который играл на гармошке. С вами канал «Планета Земля».